Амура Бруварда Тиан, Оварда Додан, Мабурдан, Баддухтуру Нишон Додан. В исправительных учреждениях Таджикистана 98 заключенных заболели пневмонией с начала пандемии. Из них 11 человек скончались. Об этом заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашурион. Как сообщает радио Азади, родные некоторых заключенных ранее подвергали сомнению официальное заявление Минюста об отсутствии коронавируса в тюрьмах и следственных изоляторах страны. О ситуации в исправительных учреждениях Таджикистана в условиях пандемии поступает противоречивая информация от руководства Главного управления исполнения уголовного наказания Минюста и родных осужденных, пишет радио. Согласно данным единого национального портала COVID-TG, в Таджикистане на сегодняшний день зарегистрировано 6595 зараженных коронавирусом, скончалось 55 человек. Оварда сюда достаточно сивьяк Амар Ирсол гардида с жонеби кормандони прокуратура, в анисбаде 478 нафар истесолот интизоми, 2190 парвандаго юхвайронкуни мамури, ва 130 парвандаи джинияти огоз кардашуд. Пожелавший сохранить анонимность, источник Хабарху в одной из больниц на севере страны сообщает, что власти скрывают истинное число зараженных вирусом и скончавшихся от него. Все опубликованные данные многократно занижены. В северных областях Таджикистана весь медперсонал работает в атмосфере строжайшей секретности. Работникам медучреждений запрещено передавать кому бы то ни было любую информацию относительно масштабов эпидемии. Я думаю, что мы сейчас можем на автору, как только открыли.